Блюдо быстрого питания – любимая многими еда. Как бы мы ни стремились к здоровому образу жизни, перекус на бегу по-прежнему популярен. Ежедневно это предприятие выдает около 10 тысяч единиц готовой продукции. В арсенале несколько десятков наименований. Ассортимент продукции у нас как больше 20 видов бутербродов, самса, пицца, багеты, роллы, то есть выпечка идет. Изготавливается наша продукция из качественного сырья, то есть проходит все стадии проверки, сертификации, то есть лабораторные исследования, и мы отвечаем за качество нашей выпускаемой продукции. На рынке компания 10 лет. Работает здесь порядка 50 человек. И предприятию, несмотря на пандемию, удалось сохранить коллектив. Правда, продажи упали. Нам не хватает оборотных средств. Для поддержания мы обратились в гарантийный фонд, который нам одобряет помощь в виде 3 миллионов рублей под 1%. Это позволит нам рассчитываться с поставщиками без задержек, это зарплаты наших сотрудников. Это мы продолжаем также работать над запуском новинок для наших потребителей. В этом году выдано микрозаймов на сумму больше 160 миллионов рублей. Финансовой помощью воспользовались порядка 100 субъектов малого и среднего предпринимательства. Направления различные – производство, торговля, сфера услуг, сельское хозяйство. Поддержкой могут воспользоваться как новички в бизнесе, так и те, кто уже давно на рынке. Микрозаймы выдаются от 150 тысяч рублей до 3 миллионов рублей в период пандемии сроком на 2 года, до 2 лет. С возможной отсрочкой платежа 6 месяцев по основному долгу. Вообще у нас ставочки процентные от 1% годовых до 4,25% годовых. Цель – это пополнение оборотных средств, приобретение внеоборотных средств, рефинансирование и оплата авансового платежа по договору лизинга. Подробную информацию можно найти на сайте Гарантийного фонда Хакасии. Находится организация в центре «Мой бизнес» по адресу Абакан, проспект Дружбы народов, 2А. Второй этаж. Мария Мишнина, Дмитрий Щеглов, РТС.